На указанном участке местности повалили самку лося на левый бок на снежный покров, где стали удерживать ее в таком положении. А Копусов при этом руками сжимал шею лося, перекрывая доступ кислорода в легкие и производя ее удушение, где причинили ей не менее одного укола отрезанного ранения неустановленным следствием орудием, что повлекло обильное кровотечение и смерть животного, тем самым убив дикое животное. Леонида Сергеевна, находившаяся на месте происшествия и не участвовавшая в совершении преступления совместно с Пелевиным, Жаровым и Копусовым, снимала происходящее жестокое обращение указанных лиц диким животным на камеру своего мобильного телефона. В этот период охота полностью запрещена на лосей. И уже речь о каких-то разрешительных документах не может быть, они уже в этот период не выдаются. Этот период является запретным в связи с тем, что большинство самок находится в стадии беременности.